Не, ну надо все пропагандировать. Ну, что такое пропаганда? Ну, есть такой налет, да, какого-то, понимаете, вот как за уходящим поездом бегут люди, вот, вроде бы что-то надо, я же говорю, надо было с самого начала, давно, когда ребенок родился новый, его надо было сразу лелеять и сразу воспитывать, а не сейчас пытаться уже, когда в подростковом, уже дальше подросткового возраста его поменять, это очень сложно. И, конечно, когда 15 лет на телевидении никаких не было также фильмов патриотических, не просто назидательных каких-то. У нас вдруг старое кино убили, по телевизору перестали смотреть. Вообще, сколько разговоров было по поводу вообще... О Великой Отечественной войне-то вспомнили буквально с приходом Путина. А с 90-х годов просто на авось как-то было все. Давайте все разрушим, давайте старое вообще забудем. Вот такой был разговор. Сами же пропагандировали эту тему. А сегодня пропаганда. Конечно, видят, что молодежь просто уплывает. Я смотрю, как... Люди не знают, кто такой Ленин, люди не знают, кто такой Сталин, люди не знают, кто такой Брежнев, люди не знают элементарных вещей, истории не знают. Неважно, хорошо для кого-то было, плохо. Легче всего сказать, это было плохо. Все, кто сталинисты, антисталинисты, они все говорят, вот Сталин, вот столько там репрессий, вот это. Все живут в сталинских домах. Побойтесь Бога. Вернитесь тогда, сдайте эти квартиры. Сидят в сталинских домах, еще на Сталина гонят. Ребята, но история была. Что еще надо? История была сделана. Сколько было построено? А сколько за эти годы? Никто не говорит, сколько за эти годы было разрушено. Конечно, без пропаганды сегодня. Понятно, все начали пытаться что-то наверстать сейчас, потому что молодежь живет. И не надо столько программ гламурных. Зачем этот «Дом-2», например, показывать? 15-летиями, 20-летиями какую-то ерунду. Коммунальную квартиру постоянно показывают. Мы от них бежали, а ее по телевизору тебе показывают. Суют все время. Слава Богу, побороли коммунальщину, и то осталось. Так нет, ее теперь за стеклом показывают. Ну это что, хорошо, что ли? Какая? А это не пропаганда хитрая? А это не расчленение мозгов человеческих вообще? Лучше бы что-нибудь интересное показывали. Лучше показывали, как корову доить. И какое-нибудь развлекательное шоу бы придумали на сельское хозяйство. Как колбасу делать, понимаете? Как это все делать, производство какое-то. Также заинтересовать людей это делать и не стесняться, допустим, также работать. Нужна пропаганда. Люди сегодня не хотят ничего делать. И честно скажу, не хотят, понимаете? Все хотят быть артистами. Подождите, ребята, все артистами не могут быть. Многие думают, что вот я там... Заплачу там, да не раскрутитесь вы никогда. Вы только потратите деньги зря, не тратите на это время, призываю вас. Это призвание должно быть. И ты должен это проходить поэтапно и долго, и серьезно, чтобы кем-то стать. Трудиться надо, трудиться, еще раз трудиться.